И что, всем дамы и господа, с вами Кулин, и добро пожаловать на новую Shadow Fight Arena. И сегодня у нас вышло новое обновление, которое называется 0.3.20. Ну или точнее 0.3.2, вот. Но в маркете почему-то там указывается именно вот так вот. Ну, честно говоря, я именно так говорю, чтобы там многие никто не путались. Хотя там был еще и мелкий намек на 0.3.3. Не знаю, что это, но скорее всего, видимо, это был баг. Ну, благо там все исправили. Что ж, что тут у нас нового? Ну, давайте я потихоньку вам буду рассказывать, что тут нового у нас тут добавили и там, может, что-то исправили. Баланс и все такое, в общем, все это увидите. Как видите, у меня как в арене, и вот здесь есть, появились значки. Вот, появились значки, вы видите, вот, допустим, мне нужно прокачать Линга, и мне показывается значок типа чел, не забывай прокачивать там у тебя бойцов. Вот, как бы у тебя есть карточки, и можешь прокачать, допустим, его до 9 уровня и так далее. Но вот это как раз вот, типа Линга или Монаха, я это оставляю до 10 уровня. То есть 15 тысяч мне надо сейчас голды накопить, вот. И я смогу его прямо сразу 10 прокачать, чтобы мне потом не мучиться на 9 уровнях. Так, ну это вообще вот так. Но в арене вот здесь вот как раз таки есть баг. У меня как раз 10-я арена, и у меня все награды собраны. Но у меня почему-то остался значок. Скорее всего, ребятушки, это просто баг. Да-да-да-да-да, после обновы все равно есть баги. Очень даже, даже новые баги появились, которые вообще прям постят вообще прям настроение от арены. Ну, в общем-то, у нас все вот так вот. Большое такое серьезное ничего там не принесли, поэтому давайте уже сразу к балансу перейдем. Что как раз у нас тут вот так вот. Начнем с нервоопасного. Нервоопасному, если ошибаюсь, изменили рывок. То есть стало как бы легче уворачиваться от него. Но, честно говоря, я пока ничего такого там не заметил, пока никто не попадался мне со шотом, и я не проверял, к сожалению. Но я как смотрел, ну, в большинстве случаев просто не уворачивались. Ну, фиг его знает почему, хотя вроде как бы сделали так, чтобы было намного легче уворачиваться. Нерфанули кибы снова, нерфанули урон, нерфанули талант, нерфанули пробивание блока и все такое. В общем, сделали так, чтобы киба, ну, прям вообще прям улетела на дно всего дна. Но, к сожалению, она так и осталась, в принципе, такой же. Пускай как бы ее нерфанули, но все равно, блин, все равно с ней большинство игроков будет тупо играть. Особенно крысы. Да, крысоловня. Штрафник. Ему, не ошибаюсь, нерфанули, что там у нас? Нерфанули талант на отхилку, нерфанули неуязвимость, и там пару баков как раз исправили, а также добавили визуальное улучшение для коронного удара. Это у нас вот так вот. Опять, изменили у нас там какие что-то. Изменили, если ошибаюсь, что там? Пробивание блока, как раз там меньше шанс. Некоторые визуальные улучшения. Но почему не нерфанули пистолет? Меня уже, честно говоря, уже который месяц мучает этот реально пистолет у Кейт. Реально, вот тупо достали и из нее тупо фигачить. Ну, не знаю, от нее даже хрен и вернешься нормально, как бы. Вот. Могли бы хотя бы, не знаю, нерфануть, что ли так, чтобы было все нормально, и как-то хотя бы можно было увернуться. Ну, реально, невозможно просто, понимаете? Да и люди тоже как бы жалуются на такую фигню, а разрабы, видимо, что-то тут не стали делать. Ну, ладно, спасибо, все хорошее, что ж поделать. Файргард. Ему только изменили там пару баков и больше ничего. На линге. Что-то там исправили с ощущением. Опять же, выбрать какой-то баг, и вроде все как стало, все как надо. Ну, что ж еще поделать. Монаху. Монаху изменили анимацию стрелы. Там как раз, если попадается, там... Теперь он не прям возмещается прям вот так вот, а прям наклоняется, вот прям вот серьезно прям. И еще и поворачивается в бок. То есть стрела прям попала. Угу. Но, опять же, не нерфанули его. Я хотел, чтобы его нерфанули, но, как говорится, опять же, все через черт. Потому что уже, извините, монах просто, ну, тоже задирает немножечко здесь. Потому что, да и теневухи, то там хрена нормально уйдешь. Да и побить его будет немножечко сложно, вот. Ну, хотя его убрать можно, но из-за теневухи и все такого там, в общем, веселье. Бафнули джет на урон, на какие-то эти там тоже детали бафнули, в общем, сделали веселье. Императора тоже бафнули, проверяние блока апнули, апнули урон, апнули металлочку, там здесь ошибаюсь, она приближается быстрее, ну и все такое. Джеку что-то исправили, как раз был тоже баг, и вроде все так и было, так и осталось. И больше вроде ничего, да? Ну все, у нас больше ничего-то, к сожалению, нету. Да, к сожалению, не понерфили Кейт, не понерфили Монаха, не понерфили
киба до конца, хотя могли там что-то поделать так, чтобы, ну, как-то не фигачило, что ли, больно, ну, реально, отвечаю. Хотя я с ней гоняю, но все же, блин, тоже неприятно как-то вот так вот с ней играть. Вот, и Шваль там что-то вот с Юкой, ее тоже вроде не рфанули, хотя там в описании не указано, там, что там сделали, нет. Там такого больше нету. Вот так вот. Ну и начинается наше веселье. Я, конечно, вас понимаю, господа разрабы, а где старая графика? В описании указано, что должны добавить старую графику. Но старой графики просто нет. Ну, как говорится, спасибо, разрабы, вы вас обманули. Да. При том, что, смотрите, у меня, как видите, стоят минимальные настройки графики. И я, как раз, чуть позже покажу, что там у нас за ситуация случилась после обновления. Скажу сразу, до обнова у меня такого просто тупо не было. А веселье что же еще поделалось? Ну, давайте, ладно, я думаю, начнем нашу веселую кампанию. Пробежимся как раз сейчас один разочек про рейтингу. И я как раз кое-что покажу. Как раз таки есть один момент, который меня резко взбесил. Прям отвечаю сразу, потому что, с одной стороны, мне неприятно, и с другой стороны, вам, скорее всего, тоже неприятно. Вот. Ну, по крайней мере, когда вы будете там снимать. Хорошо? Все, сейчас как раз таки заходим в рейтинг, и мы начинаем. Так, ну все, мы взлетаем в рейтинг. Как видите, у меня 3600 кубков. И давайте я вам кое-что сейчас покажу. В видосе вы это 100% увидите. Но я на глаз, скажу сразу, это тупо не вижу. Вот если это увидите в видео, то я как раз таки своими глазами это не увижу. Я, конечно, не знаю, что там, но я сейчас как раз таки чуть позже объясню, что-то у нас происходит. Ладно. Как видите, даже у нас, видите, появился значок вот такой, который нам показывает и противник. Угу. Ограничение про рейтинг, пожалуйста, можете посмотреть. Мы, видите, 9 уровень, как видите, вот, победа, все такое. Ну, в общем, вот так вот. Ладно. Давай хотя бы сейчас, может, кого-то слабенького найдем, просто чисто показать. Ну, потому что, реально, вот я не знаю, ну, есть какая-то, я не знаю. Либо это проблема арены, либо это что-то другое. Вот, я не могу прям точно сказать. Но, скорее всего, ребята попахивают именно игрой, потому что до обнова у меня такого, ну, просто не было. Хорошо. Ладно, сидим, ждем. У нас минута уже прошла. Так, хорошо. Подождем чуть-чуть еще. Вот, видите. Ну, сейчас здесь мне сразу рекомендуют здесь поставить это качество 12 уровня додзё. Но у меня же уровень 9. Вы что, совсем что ли? О, хорошо, нашли кого-то. Так, ну ладненько. Ну, хорошо. Ну, давайте один раз уж играем, как видите, да? У челика нашего как раз-таки джет и все такое. Ладно, давай. Ну, с чего начну? Предлагаю начать... Кого? Ну, давай, наверное, начнем с него опасного. Давай, полетели. Угу. Ну да, скорее всего, вы точно 100% увидите. Вот. Потому что видос сейчас будет лагать здесь. Ну, по крайней мере, на этом моменте. Вот. Хорошо? Да. И как видите, вот у меня значок. Видос, значок с ВПС, как видите, да? О, да, веселье, господа. Угу. Так, ой, тихо, я хорошо. Да, капец. Так, тихо. Давай, иди сюда. Ну-ка. Тяжеленький ударчик. Нет, не получилось. Так. Угу. Я пока, короче, вот так вот побегушками работаю. Ой, главное, нас сейчас тут не зафигачили меня бы. Не надо уж только, пожалуйста. Не надо. Так, тихо, давай вот так. Угу, нет. Ага, ну-ка. Хорошо, и давай прям сразу так вот. Вот. Угу. Все. Чуть-чуть я как раз сейчас не достал до этого. И как видите, вот, пожалуйста, у меня показывается значок с FPS. Скажу сразу, у меня такого просто давно не было, реально. Вот если сейчас как раз вы увидите, то у вас, на ваших глазах, у меня видос должен лагать. Прямо лагать, отвечаю. Но я этого тупо не вижу, по крайней мере. Только если видосы я пересмотрю, я это увижу. Вот, и я не знаю, в чём эта проблема. Скорее всего, это проблема все же варенья, как видите, вот. Ну, телефон же у меня не слабый. Тогда какого хрена у меня вот такой значок показывается? Даже на минимальных настройках. Вот вы, я не знаю, разрабы, что вы там творите, но я чувствую, это какой-то рафлятовский прикол. Вот, как бы у меня игра, как видите, на их глазах идет хорошо, но в записи это вообще все потом по-другому. Так. Угу. Ой, тихо, не зажимай меня, пожалуйста. Ой, плохо, это плохо. Так, тихо, давай лучше назад. Ой, тихо, не надо, а то не надо тут захлебал устраивать. Так. О, да, ага, и у него как раз учили проблемы с интернетом. Я вот не понимаю, в чем эта проблема, понимаете? Вот. Ну, хер его знает, почему.
Вот, так, я пока не тороплюсь, вот, ну, в принципе, я сейчас играю, вот, ну, в моих глазах все идет хорошо. Вот, так, снимаем, хорошо, нервоопасно выигрывает карточку. Вот реально, как-то странно, прям, я не понимаю, что за ситуация. Вот, ну ладно, не знаю, придется что-то поделать, терпеть. Если разрабы это не исправит, ребят, я вам скажу сразу, это будет, ну, почти в каждом видосе про арену. Вот, я заранее, если что, вас предупреждаю. Ну, видите, вот, значок, опять. Минимальные настройки, и у тебя значок. Хотя телефон-то не слабый. Так, давай. Хорошо. Ну, нервоопасным я справляюсь, 10 уровень, по крайней мере. Ну-ка, а могу вот так вот сделать? О, могу, так. Ну, давай вот так вот. Так, а, нет, успел. Так. Ну, вот это уже не успел, ладно. Так, давай. Ну, и нейтрализацию не наложу, поэтому я не парюсь. Так. О, тихо, тихо, тихо. Спокойненько, давай, все. Так, все, нейтрализация. А, все, я на Геннады добиваю. Ну, все, я одним ашотом забираю его целую команду. Хорошо. Ну, я вот не знаю, в чем проблема. Опять же, я хрен его знаю. Это. Опять же, это не проблема рекордера, это не проблема там других всяких вещей, там, телефон и так далее. Это, скорее всего, проблема арены. Вот. Что здесь сразу указывает? Но, скорее всего, я покажу, что были технические проблемы. Потому что вот у меня как раз видели значок, вот. Как раз таки. И видосик, ну, на ваших глазах, по крайней мере, лагал. Я хрен его знает почему. Я буду завершать нас как раз таки выпуск с арены. Да, честно говоря, разрабы, видимо, тут настолько нахимичили, что даже игру нормально не записать просто нельзя, понимаете? Тупо лаги, тупо эти и все такое. В общем, неприятно. Я, конечно, не знаю почему, но такое чувство, что разрабы нахимичили тут с оптимизацией. Или, скорее всего, так произошло из-за того, что как бы добавили графон. Как бы. Но, на самом деле, его тут тупо нет. Я еще раз показывал, что вот, пожалуйста, вот минимальные настройки. И тут нету старого графона. Ну, как говорится, господа разрабы, спасибо за все хорошее. Я прям вас обожаю, люблю. Прям вообще, прям офигенно просто. И, честно говоря, я хреново знаю, как буду проводить видео стримы с такими лагами. Ну, ладно, придется терпеть. Что еще поделать? Ну что, с вами прощаюсь, всем удачи, всем пока, ставим лайки, записываемся на канал, ставим колокольчик, ставим новые видосики, ну и конечно же, всем удачи, всем пока.